В одном из лучших гимнастических центров мира, расположенном в Ташкенте, прошел чемпионат Азии по спортивной акробатике. И карагандинские спортсмены, показав достойный результат, вернулись с чемпионата с 3 золотыми медалями. Во Дворце спорта имени Нуркена Абдирова прошла пресс-конференция с победителями турнира. Никита Амоскин и Анастасия Долгонюк уже долгое время работают в одной паре. Этот спортивный дуэт успешно выступает на республиканских и международных турнирах. На чемпионате Азии, прошедшем в Ташкенте, ребята также показали высокий результат. Они поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Турнир прошел, как всегда, не так уж сильно переживали мы, были настроены, мы знали свою работу, знали свою программу, и наша задача была выйти на ковер и показать все то, что мы можем, и то, чему нас обучили наши тренера, и мы это сделали. По словам Анастасии Долгонюк, на соревнованиях они не обращали внимания на выступления спортсменов из других стран, так как уверены были в своей подготовке. Мы не обращали внимания на соперников, потому что мы были на 100% уверены в своей программе. Но своих соперников мы, конечно же, уважаем, поздравляем и рады, что они тоже заняли место. Но мы знали, что мы будем первыми. На чемпионате Азии по спортивной акробатике медали оспаривали 120 сильнейших спортсменов континента. Сборную Казахстана на этом турнире представляла большая делегация, среди которых были карагандинцы Даниэль Диль и Вадим Шуляр, Никита Амоскин и Анастасия Долгонюк, Роман Лукин и Олеся Кравченко. Все они показали очень хороший результат и завоевали золотые медали. Ребята достойно выступили, потому что они попали по предварительным комбинациям, они попали в финал первыми. Было все хорошо, идеально сделано. Когда они умеют делать четко, там даже судьи не могут докопаться ни до чего. Ну и в финале, конечно, был мандраж, потому что узбеки там давили чуть-чуть. Страна проводящая, было в этом плане тяжело, но ни одной малейшей даже ошибки наши ребята не сделали и стали первыми. А сейчас ребята уже готовятся к следующим чемпионатам. В ближайшее время в Караганде стартует Кубок Казахстана, где спортсмены будут защищать честь нашей области. Пикижан Ордахулу, Шалкар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5 канал.